Народ, здорово всем. Я тут чувака начинаю осознавать, что в этой игре походу вообще нет нахрен контента, и это почти весь контент, который был, весь сюжет. Ой, куйни. Это просто жесть. Кстати, в игре за русский язык банят. Если писать будете в чате, обалдеть можно. Так, куда направляемся? Ну, направляемся мы. Во-первых, сюда можно сбегать. Во-вторых, сюда можно загорнаться. Побежали. В принципе, чё. Нет, я сейчас осознаю, реально проснулся и понял, что вот игры-то контента нет ни хрена. Один факт. И все. И, возможно, одно сплошное дебильное ПВП. Которого ни холодно, ни жарко. Мне непонятно, вроде ПВП я не врубал. Это мы еще посмотрим, правда. По-любому. Я вот посохи хотел сделать. Да, кстати, торговли здесь нет. Что выбрасывать будут, походу, дело кожу и всякую остальную хренотень. Это вообще жесть. Даже не могу продать какие-то стандартные шмотки. Это... И да, экономика в игре просто сломана в край. Броня неплохая, смотри, как держит. Так, ничего нет. Ладно, идем, короче, к этой пещерке, посмотрим, что там. Блин, ну если эта игра один сплошной фарм и дебильные ПВП здешние, о, я буду ржать. Реально буду ржать. Такой будто абзац, что ж капец. Так, баш. Ну, хреново, тут нечего даже взять. Ну, убил я какую-то парочку хренотени. Блин,
касается уже меня эта ерунда. Нет, не касается. Все-таки вот эта хрень у нас есть. Зачем она нужна? Ничего особенного. Так, у нас ножик просто хороший. Может, что-то ценное выпадет? Ага, хрен у меня не ценное. Ресурсы здесь еще меняются. Здесь сальто, а в первой пещере у нас еще будет серебро. Возможно, вполне. Я же забегу потом обязательно. Опять лайфстаф. Да. Такое себе. Ну, 6 железных стрел уже получше. Прессов здесь... Ой, как мало. Не, они меня вообще уже не пробивают. На этой локации делать нечего, надо уходить дальше. Блин, у меня утро, тут ночью, блин, тоже. Ой, такое себе удовольствие. Девятый уровень уже хорошо. Так. Так меч быстро ломается, понять не могу. Да, я в этом лагере уже бывал, блин.
Риф ушел, я боюсь сказать, сбежал. Или сбежали. Как и мужчины, но многие из нас не верят, что это правда. Капитан Изабелла потребовала обыска, притворившись, что на него должно быть напал один из зверей, рыскающих по острову. Но я увидел это по ее лицу. По дрожи гнева в голосе, она знала, что он бежал. Ей нужно было кого-то обвинять. Ой, Рис, надеюсь, что ты убежал далеко от этого ада, который мы были брошены. И молю Бога, чтобы ты нашел покой далеко отсюда и мог бы прожить остаток своих дней. Так, вот мне сейчас интересно кое-что стало. Во-первых, вот так вот. Вот так вот. Сейчас кое-что проверю. Так, где этот там командир? Может, ты меня уже не пробьешь? Да я бы не сказал, что не пробьют. Пробивают. Что так не кидает? В принципе, так нормально. Так, а по луту, конечно, у него здесь немного чего есть. И еще тут было. Да больше ничего здесь нету, да. Так, это напиток странный. Да, это я помню. Это я читал, но я не знаю, как поставить, что я это читал. В этом разобраться. Это, мягко сказать, критично. Да, ну вообще меня не может пробить, бедолага. Раньше пробивал хорошо. Таким путем мы можем попробовать к пиратам долбануться. Так, 8 штучек надо убить. Так всего 8, по ходу дела. Я что-нибудь есть? Есть. Да что-то мне неохота с ним разговаривать, особенно бегать туда-сюда как дурачку, мне точно неохота. Ну ладно, давай тогда забежим вот сюда вот как раз.
Посмотрим, что есть интересного. Так, давай-ка я карту на кэплук поставлю. Здесь вроде на кэплук ничего у нас нету. Удобно. Хорошо, я еще не проснулся, я не отрицаю. А где? КСП. Так, я что-то не понял. На каком, мать вашу, языке вообще играет-то? Можно вопрос? Я что-то вообще не понял, что это за П, это на каком языке-то? Даже не английский. Даже не знаю, это что за язык. О, да, кстати, там злобный дядя был. Да? Да. Ну, что, дядя, до сих пор злобный? 21 левел. Да, такой дяденька. Злобный, злобный. А может быть, с него что-то и выбью хорошее. Иди сюда. Погоди-ка. Что здесь получается как? Может, надо было молотом по нему шундарахнуть. Хотя тут я смотрю. О, блин, нет, это слишком круто.
Чего вообще здесь такого полезного? Ну сюда можно забринкаться. Ансин какая-то ерунда, да? Всё, понял, она здесь не одна, насколько я вижу. Не одна. На мне от этой оры все равно сейчас толку нет. Не, ну хотя если наделать сейчас хавчика побольше, я по одному могу их вытагривать и спокойно не зыпливать. Я даже не добрался до места, к которому шел, да? Не, идем к этому месту. Раз собрался, значит, надо дойти. Тихо, стыбрить и уйти здесь не получится явно. Конечно, немного обидно, но ладно. Так, ребят, отвалите от меня. Именно. Правильно, молодцы. Хорошие девочки, мальчики. Двадцать второй левел, серьезно. Этот меня бред немного здесь бесит. Какой черт, 22 левел. Здесь не важно, какой левел, тут экипировка важна. Если я на 22 левеле приду с этой гребаной экипировкой, здесь мне ни хрена не поможет. Такого особенного, интересно. Привет. Вот реально, что здесь такого особенного? Мне кто-нибудь объяснит. О, храм. А, тут босс есть. Босс-маг. Вероятнее всего. Не знаю, можно сюда будет заглянуть, конечно, как-нибудь. Особого смысла здесь не вижу. Разве что Ancient Ore пособирать. Если я смогу вот этих троих аккуратненько погонуть или увести подальше. Что ты хочешь сказать, что я могу стоять с лука и их расстреливать спокойно?
Ужас какой, серьезно. Как прокачать оружие, да? Ой, перевернулся, посмотрите. Сказал бы я пару слов. Тут не хватило времени, ничего. Так, я мы вас забагуем немножечко. А что тут баговать-то? Все почти восстановилось, надо это просто доработать. И погоди, ради этого что, я должен был сюда идти? Блин, может я что-то не понимаю. Да, я что-то не понимаю. Как бы вообще ничего не понимаю. Ну, какая-то здесь руда, ансентора. А здесь даже не, руды-то и нету. Это лажь какая-то. Так, Кисуля, я тебя видел, вот думаю, как тебя завалить. А, Кисулька-то быстро. На. 30-й левел, ладно. В принципе, отправляемся куда шли изначально.
Сейчас. Порядок. Да, мужики, у них сейчас вообще не интересно. Вот это вот и есть самое дерьмовое, что они мне не интересны. Они мне не нужны. Ну а хотя такой толпой может пригодятся. Хотелось бы что-нибудь получше. Видимо, этого не будет. О, лен наконец-таки нашел. Нет, вроде лен. Нет, это скотина кукуруза. Кукуруза. Пилочек больше наделаю, будет нормально. Кстати, можно посохом попрактиковаться. Не, ну а чё? В принципе-то посох жизни против мертвецов идеально идет. За что я получил эту ерунду, я так и не понял. Может, нахожу, убивая босса? Не, ну зато меня радует, знаешь, что радует меня то, что оружие разного типа против разных врагов отлично действует. Значит, против скелетов нужна нам кувалда. Любому. Так. Так, у нее атак, то Игорь. Давай-ка проверим, сходим. Так вот. О, первый кандидат. Я бы не сказал, что прям такой хороший кандидат. Надо скелетов, короче, этих было. А сейчас задание сдадим и пойдем, наверное, в этот храм и гинать всех нафиг. Ну, хз даже. Как-то не то несем. Не то, не все реально. Так, задание, в принципе, сделали.
пошли сдадим. И черепушки меня интересуют. В принципе, с посохом жизни, может, что и выкатит. Идите вы с ним в задницу. Тоже мне, блин. Никакой торговли с NPC, ну это вообще абзац. Yes, yes. Is unshakable. Destiny has called you to serve in our cause. There is not a doubt in my mind. Yes, yes, I had faith you would return. Conviction such as... Что за видеособрание еще? Что-то хрень. Странно, как-то сейчас вырезало мне вины. Проведите видеособрание. Чего? Ладно, да-да, я верил, что ты вернешься. Такое убеждение, как ваша непоколебимая судьба призвала вас служить нашему делу моему. У меня уже нет сомнений. Oh, my heart is filled with joy to... Мой сердце наполняется радостью снова увидеть тебя. Присоединяйтесь ко мне в священном служении Кре. Прекрасно. Три обычные миссии, три PvP миссии. Ну, хз, ладно, посмотрим в следующей серии, что тут можно еще делать. Всем удачи, всем пока.